Можем, да. Мы велосипед ее нашли на шоссе километрах в 10 от этого места. Но мы решили, что она села кому-то в машину и сбежала в город. Вероника, она хотела актрисой стать, в сериалах сниматься. А дело закрыли, да? Да, в Газки не нашли никого. Мы весь лес прочесали, все озера. Всех опрашивали, случайных туристов, грибников. Все безрезультатно. Если так, то должны были встречать наших парней. Они как раз по последний раз сюда приезжали 6 лет назад, и кажется, в первой полностью время. Да? Нет, не встречал. Но на этом месте всегда есть кто-нибудь? Кострище, мусор. А может, они раньше уехали? Ну, до того, как мы поиски начали. А вы никогда их начали? Да сразу же, как только отец ее прибежал. А вы что думаете, они причастны, да?